Управление по Олимпийским играм 2012 года при епископской конференции Англии и Уэльса организовало Джошуа Кэмп, посвященный молодым людям в возрасте от 18 лет и старше. Мероприятие пройдет с 1 по 13 августа при школе святого Бонавентуры в Лондоне, недалеко от Олимпийской деревни. Многие молодые люди уже заявили о своем участии. Ожидается прибытие миссионерских групп из 13 стран. На форуме Джошуа Кэмп, сообщают организаторы, участники смогут ежедневно участвовать в катехизации и получить должную подготовку, чтобы лучше понять свою веру, а также поддержать начинания по обслуживанию и гостеприимству, уже проходящие в Лондоне.